не обходится ни один звездный концерт. Их можно встретить у гостиниц, у гримерок, у служебного входа на концертные площадки. Собственно, без них были бы бессмысленны все эти самые концерты. Поклонники. Что заставляет сотни и тысячи людей смотреть на экран телевизора влюбленными глазами, ловить каждое слово, каждый звук, каждую улыбку совершенно незнакомого человека? Как уберечься от магических чар популярности, от иллюзии, что именно на этом персонаже сошелся свет клином? Недоступные и недосягаемые – всегда самые лучшие. Запретный плод – самый сладкий. Но звездам славянского базара не грозит преследование неуправляемых фанатов. Поклонники Витебского фестиваля чрезвычайно воспитаны и сдерживают свои порывы из уважения к кумирам. Да, я поклонница, я люблю его с детства. Наше присутствие и есть само проявление. Мы уже вышли с этого возраста, нет, поэтому... мы уже не будем, да, автографы, да, у нас есть. А мы без этого, да, к сожалению, уже купить, да, не успели. В моей фанатеке присутствует, я не могу сказать, что вся коллекция, но очень много. Они вот там, в первом секторе, настоящие поклонники. Таланты и поклонники, их отношения очень сложные. Первых могут раздражать вторые, хотя именно для них, для своих поклонников, таланты и творят. Артистам необходимо внимание и признание, но все мы знаем, как порой легко разочароваться в кумире, приблизившись к нему и узнав с другой стороны. Но ведь они такие же живые люди со своими проблемами и заботами, а потому, чтобы иллюзии не рушились, лучше просто наслаждаться творчеством своего любимчика. И рыбак. Надо артиста поддерживать во время всего концерта, чтобы он знал, что у него есть фанаты. Должны его любить безумно, ходить на все его концерты. Весь мой дух вас. Любить его безумно, как мы любим мы. Просто зажигать свой позитив в весь зал. Итак, не мешая, а только радуясь и восхищаясь, ждем всех звезд, кто еще не доехал до Витебска. Горячий и совершенно безопасный прием, дорогие артисты, вам обеспечен. Вот так должны себя вести настоящие поклонники.